Мы живем в Ленинском округе. С потеплением всегда стараемся заниматься спортом, физическими нагрузками, пробежками и так далее. Приходим на этот стадион, всегда перелазим через забор, либо под забором, либо через забор, потому что он официально закрыт. Заниматься, в принципе, чтобы вот так облагорожено было, негде, потому что здесь специально беговая дорожка. Больше на нашем районе такого нигде нет. И вот приходится перелазить. Это, ну, огорчает. Хотелось бы, чтобы все было открыто, чтобы и дети приходили, и все занимались спортом. Потому что сейчас уже лето на дворе. Надо заниматься. Thank you.